Приветствую вас. Я вижу проблему, ну вот даже не проблему как таковую, да, а некоторых трудностей я вижу в том, для вас, что, например, вы с одной стороны себя заставляете поступать так, как вам кажется нужным поступать. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, вы не хотите поступать так, как вот, ну, так как поступаете, вам не хочется так поступать, вот, и в-третьих, это то, что вы, по-видимому, не чувствуете своих границ, личных границ. Ну, с людьми, с вашими близкими, возможно, вот, не ощущаете вы личных границ с ними, вот, что приводит, конечно, к довольно негативным, как мне кажется, последствиям, вот, которые проявляется в частности в том, что для вас кажется такое вот общение с данными людьми превращается во что-то очень болезненное, во что-то очень неприятное. Вот, и в данном случае, мне кажется, это, ну, вполне себе нормальная реакция, потому что вряд ли в данном конкретном случае могло бы быть по-другому, вот, потому что, вероятно, вы воспитаны так, что между родными людьми личных границ не соблюдается, не отстаивается, вот. И, соответственно, близким людям нет, не говорят, вот. То есть вам, как мне кажется, надо бы научиться вот говорить нет. И, ну, и да. Людям, близким людям. Вот. Это важно. Ну, мне так кажется. Для вас это важно. Достаточно. Вот. Что касается того, что вы кого-то простили, в частности, ну, вот вы говорите, что простили там своего отца, хотя он совершил проступок и так далее. Мне кажется, что здесь вы как будто бы, ну, может быть, чересчур строги к себе и, может быть, чересчур строги к другим людям, потому что были строги к вам. Вот. Ну, это, как мне кажется, корректируется, вот. По крайней мере, если у вас есть такое желание, если у вас есть желание это скорректировать, то, ну, это можно сделать, можно скорректировать. А вот, но
Я просто не знаю, хотите ли вы этим заниматься. Вот. Интересует ли вас терапия, психотерапия, в частности, или нет. Вот. Значит, дальше. Мне кажется, у вас есть ну, в какой-то степени зависть к сестре. Мне кажется, вы завидуете своей сестре. Вот, хоть вы ее опускаете, вы говорите, что вот она такая всякая, но мне кажется, что вы ей завидуете. Вот, мне кажется, что она позволяет себе то, чего не позволяет себе вы. И от этого вам, возможно, больно, от этого вам, возможно, неприятно, от этого вам, может быть, тяжело, может быть, тяжело. Я не знаю пока, как обстоят дела на самом деле. Вот. Что еще можно сказать? Ну, я бы сказал, что не очень понятно, исходя из вашего сообщения, как вот вы пишете, помогите разобраться в проблеме, если можно ли исправить такое отношение к родственникам. Что именно вы подразумеваете под исправлением отношения к родственникам? То есть вы хотите, чтобы по-другому себя с ними вести? Вы хотите? Или как? Что вы хотите? Потому что, ну, немного странно выглядит то, что, вот, ну, то, что вы хотите вести себя с ними по-другому, потому что, мне кажется, если вы будете вести себя с ними иначе, так как вам, например, не хочется, то ничего хорошего из этого не выйдет, ничего хорошего из этого не получится, мне так, по крайней мере, кажется. Потому что вы будете себя предавать. Поэтому здесь, на мой взгляд, имеет смысл посмотреть на то, как вы хотите, может быть, больше себя вести с ним. То есть не как надо, а как бы как вам хочется. И может быть это могло бы вам помочь. Могло бы вам помочь найти себя в взаимодействии с ними. Вот. А так, пока что получается немного негуманно позиция по отношению к себе, что я должна изменить, как вы говорите, вы свои отношения к ним, вот, чтобы все было, ну, условно говоря, так, как нужно, но ведь никто не знает, как нужно. И мне кажется, что вы отнимаете у себя много сил, много энергии, когда требуете действовать не так, как вам, условно говоря, хочется. Вот. Поэтому здесь, с одной стороны, все достаточно
просто, но с другой стороны нужно исследовать само отношение к вам и корректировать. Вообще на практике я могу сказать, что много времени уделяется освоению границ личных, границ ну, между людьми. Вот. Много уделяется внимания этому, вот, потому что ну, порой очень сложно бывает людям найти свои границы, как раз таки. Вот. Поэтому тут, на мой взгляд, вот такой важный момент есть, вот, на который вам нужно обратить внимание свое, вот, чтобы, ну, как-то вот двигаться в сторону решения своих, ну, своих проблем, своих трудностей, вот, которые вы, ну, озвучиваете в данном случае конкретно. Вот. Такой же примерный ответ я мог бы вам дать. То есть нет какого-то способа в отрыве от вас, который вы могли бы использовать для решения своих проблем. Вот это было бы, ну, на мой взгляд, это было бы к вам негуманно совсем. Вот, поэтому я думаю, что ответ может быть такой, что исследовать вашу возможность или, напротив, невозможность говорить да или нет своим близким. Вот. Это важно. Если вы не можете этого, ну, если у вас не получается, например, это говорить, вот, то, соответственно, это можно и нужно корректировать. Вот. Ну, как мне, опять же, кажется, с позиции, вот, психологии, с позиции психотерапии, профессиональной и так далее. Вот. Мне кажется также, что довольно много вы думаете про людей, то есть довольно много вы думаете про окружающих людей, про то, как они на вас отреагируют, условно, как они, чего они захотят, условно, и так далее. Мне кажется, вы очень много об этом думаете, вот, и все естественным образом, как мне кажется, забываете про себя. То есть вы приучились игнорировать себя, игнорировать свои желания, игнорировать свои потребности. Вот. Ну, мне кажется, что это позиция
может привести вас только в состояние худшее, чем то, в котором вы находитесь сейчас, потому что вам будет тяжелее дальше, ибо вы себя ограничиваете, ограничиваете, ограничиваете. Вот. Не думается так. Не думается так. Можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Ну, с точки зрения психологии, по крайней мере. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, вам это было интересно. Вот. Надеюсь, что вы сделаете для себя выводы какие-то. Надеюсь, что вы сформируете обратную связь, вот, которая, в свою очередь, позволит вам начать процесс терапии. Всего вам самого доброго.